вот они сейчас концовку все равно через нее все пытаются играть. Я к тому, что перестроиться и там непросто. Вон даже какие передачи отправляются на игону. Наши даже прыгать не стали, наверное, правильно. Потому что в защите был у нас шанс мяч по-другому сыграть. Но для этого его надо было сыграть. Да, но игона реализует. Итальянка без затруднений, значит... Здесь... На мяч и вал отлетел, даже так на повторе, если посмотреть. Без блока здесь Егору все равно так сильно атаковало, с такой мощью. Рискует. Конечно.